Мы пришли сюда, требуем отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он сегодняшнего дня является первым предателем своего народа, своего государства. Два с половиной года назад мы голосовали за теперешнего нашего премьер-министра. Потому что он нам обещал золотые горы. Вроде казался порядочным, приличным человеком. В результате мы что получили? Мы, живущие здесь в Армении, ничего не получили. Вдобавок мы потеряли Арцах, который 30 лет. Там выросло целое поколение свободных людей. И в результате что? Ничего. Тайком. Весь Арцах был продан одним человеком. Իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո, եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի եւ Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ ըստ էության շատ թույլ է պաշտպանված. Nice.